Значит, история развития, я повторюсь, потому что, может быть, многие коллеги, сидящие в зале, видели этот слайд. Значит, метод начинает свое развитие в середине прошлого века. И видим, что наибольший расцвет начинается где-то с 70-80-е годы, когда, значит, появились основные препараты для локального и регионального применения. У нас в стране группа под руководством академика Трапезникова, в Санкт-Петербурге, тогда Ленинграде, профессор Левина в Первом медицинском институте. Ну и дальше где-то на уровне 85-го года как-то спал интерес к этому методу лечения. А начиная с 2000 года, уже в нашем веке, значит, пионером и дальнейшего развития этого метода является профессор Гермонт из Голландии. Сейчас он директор Национального института во Франции, в Париже. И он практически сейчас от этого отошел, он больше ушел в таргетную терапию меланома. Почему? Вот тут я, Лев Михайлович, я не комментирую. Значит, какие, значит, принципы при изолированно-регионарной перфузии? Это три фактора. Это температура, температурный режим, препараты, которые необходимы. Естественно, самый важный, кому эта процедура показана, кому она не показана. Я говорил в отношении препаратов, это препарат мелфолан, который принят к применению в 92-м году. Фактор некроза опухоли, он появился чуть позже, хотя он был синтезирован в 75-м году, но учитывая большое количество осложнений при его применении, практически на 20 лет его не стали применять, но с появлением новых технологий, нового оборудования, он опять применяется при изолированной перфузии при меланомах конечностей, равно как и препарат доктиномицин, который раньше появился, но он только сейчас на протяжении последних 15 лет показана его эффективность в сочетании мелфолан с доктиномицином. Значит, вот на этом слайде я показываю, значит, в различных авторов, начиная с 90-х годов и до 2014 года, мы видим здесь, а именно полный ответ, мы видим, что мы получаем 64%, 76%, и при, значит, у других получаем очень плохие, то есть имеем 26%. Но общее число ответов мы видим, что довольно-таки высокие. Я покажу фотографии, и мы поймем, почему это действительно так. Тут этапы выделения, то есть этапы проведения конечности, это выделение сосудов, изоляция сосудистой, формирование, значит, закрытого конкурса, контура, простите, сам этап перфузия, цистостатики и процедура отмывания и завершение процедуры. Значит, это вот оборудование, которое применяется при выполнении изолированной регионарной перфузии. Значит, за исключением вот этого агрегата, это оксигенатор, все остальное это отечественного производства. Я не буду говорить, что это импортозамещение. Это принципиальная схема проведения изолированной перфузии. Мы видим здесь конечность исключена из общего сосудистого кровотока. Есть артериальная венозная линия, роликовый насос, оксигенатор и датчики измерения температуры как в самом контуре, так же и в мягких тканях конечностей. Значит, это дозировки, как подбираются дозировки для верхнего и нижней конечности. Значит, для верхнего 10 мг на литр, для нижней, простите, для верхней 13 мг на литр. И, значит, если это мы говорим на объем, потому что есть разные методы определения объема конечности, либо ее вес, есть специальные формы. Но, говоря о температуре, это в среднем 41 градус. Хотя некоторые авторы применяют и, простите, до 43 градусов.
Во время выполнения этой процедуры выполняется ряд исследований непосредственных, которые есть. Это забор, значит, крови, значит, из перфузата для определения концентрации мелфолана, я дальше покажу, и забор крови для определения парциального давления кислорода в самой конечности и в самой системе. Значит, другой метод, который очень широко сейчас развивается, особенности он широко применяется в Австралии и Новой Зеландии, это изолированная регионарная инфузия. То есть тут нет той инвазии, что есть при изолированной регионарной перфузии. Здесь только под контролем ультразвукового датчика пунктируется и катетеризируется артерия и вена. Значит, ставятся канюли, такие же канюли, как при изолированной регионарной перфузии. Изоляция нижней конечности, а процедура та же самая, что и при изолированной регионарной перфузии. И, значит, вот что мы имеем при один мелфолан. Смотрите, значит, у разных авторов количество пациентов практически во всех этих группах одинаково. И мы получаем, что, видите, полные ответы имеем, уже не такие цифры. Но вот при применении уже комбинации мелфолана и ТНФ-альфа в два раза больше полных ответов. То есть нету меланомы, нету регионарных изменений, нету этих сателлитов. И, естественно, общее число ответов, смотрите, высоко, почти 90% у всех авторов, которые применяли это самое. Наш опыт не такой уж большой, как у других авторов, но дело в том, что доля этих пациентов в общей группе, если вы зададите себе вопрос, а почему не всем это делается, не всем это показано. Показано только тем пациентам, у которых имеются рецидивы в области послеоперационного пса, имеются местные сателлиты, имеются транспортные метастазы, не говоря уже о регионарном. Вот этим пациентам эта процедура показана. Это где-то процентов 3-10, не больше, из всей общей массы пациентов. Потому что применять всем это чревато опасно, во-первых. Во-вторых, очень много осложнений, локальных осложнений. Значит, тут то же самое, что я говорил по определению концентрации препарата. И что мы получили? Мы получили, что у нашей группы 56% частичный ответ и стабилизация, значит, у 44%. У 4 больных полная ликвидация всех негативных моментов, которые были, заявления, мокнутые. Вот смотрите, вот я думаю, это лучше всего будет, чем комментировать, а именно, что, значит, здесь начало, здесь через 5 дней после выполнения изолированной перфузии. Смотрите, обратите внимание вот на узлы, вот этот вот должны изъязвиться. Здесь практически уже этого явления нет. Равно как и этого узла, смотрите, он почти в полтора раза уменьшился в размерах. Значит, через... Здесь у нас полгода, и смотрите, что у нас делается. Это уже окончательная картина, но я тут перескочил немножко. Здесь через 4 года пациент до сих пор жива. Но я сейчас к ней вернусь еще раз на следующих. Значит, здесь в продолжении того, что вот это сами исчезают, эти, которые были, здесь разница здесь до перфузии, здесь через 10 дней после перфузии, здесь аналогично. Смотрите, видите, если здесь узел вот-вот сейчас изъязвится с распадом, здесь, значит, этот узел, который был практически, он здесь уже идет, депигментация, его не видно. И этот узел, смотрите, он уменьшился в размерах почти в два раза. Здесь такие же картины. До перфузии и после перфузии. И здесь, смотрите, здесь у нас что было до перфузии и что здесь сейчас, через 2 месяца после перфузии. Значит, больше из этой процедуры, больше частое осложнение – это местной токсичности. Мы видим, что мы имеем только первой и второй степени токсичности – это как отек, боли и парестезии. Это связано с местно-токсическим эффектом, но по протяжении 2-3 месяцев все эти явления проходят.
И из системных, обычно те же самые осложнения, что при системной химиотерапии. И здесь ничего я добавлять не буду, все мы об этом знают. Вот пациентка, которой ей проведено изолированные перфузии, но с двумя препаратами. Это мелфолан и доктиномицин. Вот у нас что было до, и вот что имеем после. Но хочу сказать, что у пациентов, которые применяют два препарата, доктиномицин и мелфолан, большее количество процентов местных осложнений. Если я говорил, что при одном препарате там, через 3 месяца практически все исчезают осложнения, здесь до полугода, а у некоторых пациентов и до года сохраняется отек, сохраняется болезненность. Это связано именно с агрессивным сокращением. Агрессивной локальной химиотерапии. Это можно так провести как аналогию, что как при агрессивной химиотерапии, либо высокодозной химиотерапии. Хотя сама изолированная перфузия, она именно и достигает, то есть имеет те же цели, именно высокодозной химиотерапии локально. Помните, я говорил, что берется, значит, из перфузата, значит, определение парциальной давления кислорода и СО2. Мы видим это самое, что к концу перфузии, значит, идет все наоборот. Значит, парциальное давление кислорода снижается и повышается парциальное давление СО2. Значит, это те же самые цифры из артериальной и венозной магистрали. И еще вот второй мы брали, это на определение концентрации мелфолана, значит, на начало перфузии. И по времени, смотрите, 5 минут, 30 минут и на 60-й минуте практически в перфузате уже мелфолан не присутствует. Концентрация его столь мала, что она незначима. Отсюда вывод, что проведение дальше перфузии не нужно, нужно перейти к следующему этапу. Это отмывание. Отмывание идет, вот то, что я, это подтверждение по парциальному давлению кислорода и СО2. И отмывание длится в течение 30 минут, после чего извлекается канюля и рана ушивается наглухо. Вот данные наши о отдаленных, то есть период наблюдения у нас с 2004 по 2013 года и медиана наблюдения 23 месяца. Живы 15 пациентов без признаков рецидива опухолевого роста, 7 с наличием местно распространенного опухолевого процесса без признаков отдаленного метастазирования. И 30%, к сожалению, умерли. Вот я возвращаюсь обратно к той картинке, которую я показывал в начале. Вот, и был начало и конец. Здесь до перфузии. Что это он? Устал, что ли? Значит, это 10 суток после первой перфузии. Месяц. Через полгода рецидив. Но я хочу сказать, что эту пациентку оперировали в другом лечебном учреждении 12 раз. И между рецидивами пациентки еще она подверглась операции по поводу тромбофлебита, который, я думаю, его там не было, но там был это опухолевый тромбофлебит. Почему так? Чуть пониже. И вот смотрите, значит, здесь у нас рецидив через полгода, здесь 4 месяца после второй перфузии, год и 4 года. Пациентку я смотрел 2 месяца назад, картина та же самая, без признаков местных и отдаленных метастазов. Это я уже показывал. И вот у нас что получилось по выживаемости. У нас одногодичная выживаемость 54%, 2- и 3-летняя выживаемость 35% и 26%. Я считаю, что для этих пациентов это вполне сносные результаты. И, значит, здесь так вот одногодичная выживаемость 83%, общей выживаемости, там была безрецидивная, здесь общей выживаемости, и 45, и 33, и 25 четырехлетняя выживаемость. В
Вторая часть, потому что в самом начале мы говорили о роли местоизолированной перфузии в лечении меланомы. С появлением таргетной терапии, иммунотерапии, сразу всех исследователей, скажем так, обуил, что ли, страх или что. А что нам делать? Надо ли делать изолированную перфузию? Не надо ли ее делать? И вот... Вот что получается, что, значит, низкие показатели выживаемости, несмотря на местный ответ, именно требует ответ, а где место этих двух методов лечения? Значит, как местные и транзитные метастазы, значит, с результатами соотносятся с этим самым? Они улучшают эту выживаемость или не улучшают? И прогноз данной группы больных, и больше всего он ассоциирован с биологическими особенностями данного заболевания, а не с характером проведенного хирургического вмешательства, то, что, Михаил Львович, вы у меня и спрашивали. Значит, вот благодаря открытию ингибиторов и сигнальных путей, об этом очень красочно рассказал Евгений Наумович, значит, ситуация изменилась в корне, я не буду это повторять, потому что завтра еще целый день об этом мы будем говорить, и станет более понятно и ясно, почему так. Но, значит, естественно, появляется вопрос, а действительно продолжить ли нам изолированную регионарную перфузию или инфузию, значит, только имеющими ныне препаратами, или есть все-таки желание, интерес посмотреть, как сочетаются таргетные и иммунные препараты с изолированной регионарной перфузией. Значит, вот есть только один протокол второй фазы комбинации вот с ипилимумабом, он пока открыт и он еще действует. Данных, говорящие о том, что есть какие-то результаты, пока нет, но и нету отрицательных результатов, говорящих именно о том, что не надо сочетать эти два метода исследования. Значит, и в конце вот привожу такую картинку, что разработка новых систем, может быть, она и откроет пока, но еще раз повторюсь, все эти пациенты, которые вот есть, и они небольшое их количество, они пока, это для них метод спасения. Спасибо. Спасибо большое, Георгий Иванович, за ваш интересный доклад. И у кого будут вопросы в аудитории? Я хочу еще сказать, что вот этим методом перфузии владеют два учреждения легально, во всяком случае. Да, да. Мы начали, Анатолий Анатольевич, с 2004 года его применять и по сегодняшний день. А с 2010 года и Российский онкологический центр. Это в отделе у академика Алиева. И больше в стране у нас никто этим не занимается. Конечно, нет еще препарата, который бы хотелось иметь в руках, да, я имею в виду. Есть, да, Светлана Анатольевна, я, извините, вас перебью, это препарат ТНФ-альфа. Да. Дело в том, что этот препарат запрещен к применению в Соединенных Штатах FDA, и его до сих пор не разрешают к применению. Были только два протокола, но это в рамках национального исследования, но в широкой клинической практике FDA его не одобрила. Есть вторая сторона этого вопроса. Значит, вы видите, что очень узкий круг этих пациентов. ТНФ-альфа 10 миллиграмм, который на процедуру, он стоит ни много ни мало, как 10 тысяч евро. Более того, фирма-производитель, она не будет продавать, даже имея вы в кармане не 10 тысяч, а 100 тысяч евро, она вам продавать не будет. Они продают только в тех странах, которые одобрены Минздравом соответствующие страны, и плюс тому, имея соответствующие центры. Если этого нету, фирма-производитель не продает. Ну, так.
Но я думаю, что у аудитории не возникло сомнений, что, конечно, данный метод, он имеет определенное место, и качество жизни у пациентов явно улучшается однозначно. Да? Даже та пациентка, которая показана 4 года живет, даже для нее одной, это, получив такой ответ, наверное, стоит работать и дальше. И у нее, как я понимаю, что не было метастазов изначально. То есть изначально нет. И вы знаете, как эти пациенты, конечно, страдают от распада опухоли, и это и этические моменты, и постоянные перевязки, конечно, это страдальцы. Поэтому если им это помогает, то, конечно, это хорошо. И у меня еще такой вопрос, Георгий Иванович, немножко это прозвучало уже, о системном возможном сбросе, о системных осложнениях. А я на этом не остановился, да. Анатолий. Дело в том, что это обязательная процедура. Дело в том, что когда устанавливается изолированный кровоток в изолированном конечности, мы проверяем. Есть два метода проверки. Это изотопный метод, который, значит, перфузат вводится технеций, 5 миллиграмм изотопа. И после, как мы считаем, что полная изоляция конечности от системного кровотока, ставится датчик на области сердца и считывается количество, значит, инстилляции, которая идет в области сердца. То есть, если мы видим, что где-то в пределах есть специальные формулы, которые программа компьютерная, тут считать не надо. Если это доходит 1-2%, это не криминально, но если мы приближаемся к 5%, процедуру надо прекратить и произвести лучшую изоляцию. Если нам не удается это провести, то в дальнейшем провести не надо, потому что будет большой сброс с тем, что мы потом после второй недели перфузии мы ожидаем осложнений системного порядка где-то 3-4 степени. Спасибо. Ну, я думаю, что вот, поскольку здесь присутствуют доктора из регионов, если у вас такие пациенты будут, наверное, Георгий Иванович, вы не откажете. Пожалуйста, отправляйте, да, с удовольствием всех пациентов мы примем. Тем более, я смотрю, доктора с вашего отделения пришли, группа поддержки, и все они владеют этим методом. Так что, вот, пожалуйста, координаты, я думаю, что на сайте всегда найдете. Георгий Иванович, можно будет отправлять пациентов для проведения. Пожалуйста, можете напрямую. Могу даже телефон сказать. Да, пожалуйста. Да, Михаил Юрьевич. Георгий Иванович, я знаю, что ведь не только на модели меланомы, а на других еще моделях раковые этот метод используете. Пунктирно, пожалуйста, скажите, как он... Значит, при саркомах мягких тканей, я понял ваш вопрос, при саркомах мягких тканей он... не хочет гореть. Значит, при саркомах мягких тканей он применяется так. При раке кожи нет, он не применяет, и никто в мире его не применял. Значит, при саркомах мягких тканей он не такой эффективный, как при меланоме, потому что резистентность к мелфолану или, скажем так, отсутствие чувствительности в саркомах мягких тканей к мелфолану практически незначительно. Если его комбинировать с ТНФ-альфа, результаты очень хорошие, но у меня такого опыта нету. И вообще в стране ни у кого нет этого опыта. Я сужу только по литературным данным. Остеогенная саркома в 70-е годы также были попытки проведения, не изолированной перфузии, а внутриартериальное введение. Но практически это одно и то же, но по времени... Простите, по времени он немножко растягивается по-другому. При нынешнем арсенале химиопрепаратов при костных опухолях это нецелесообразно. Она не увеличивает как местный эффект, так и системный. А при саркомах мягких тканей есть различные работы, в особенности в Соединенных Штатах, потому что запрещен ТНФ-альфа, они применяют, это особенно мощная группа в Хьюстоне, где применяют антрациклины в больших дозах. Но там очень большое количество местных осложнений сосудистых. Так, есть еще, коллеги, вопросы? Тогда мы поблагодарим Георгия Ивановича за интересный доклад. Спасибо.